Самое полезное и вкусное яйцо от молодой несушки, хвастаются птицеводы Заокской птицефабрики. Еще полгода назад эти куры были цыплятами, а в июне они уже дали первое яйцо. Предприятие развивается быстрыми темпами. Сейчас здесь 300 тысяч голов птицы. К концу года будет вдвое больше. Мы в день производим сейчас 250 тысяч штук яйца. Вот. До конца этого месяца планируем производить 280 тысяч штук яйца в сутки. Соответственно, 2016 год в плане у нас стоит производство 40 миллионов яйца, а в планах 2017 года 160 миллионов яйца. Фабрика работает уже в полную мощность. Мы сейчас готовим к посадке еще 300 тысяч суточных цыплят. А еще три года назад в цехах фабрики царила разруха. Она была разорена, птицу уничтожили. Но в прошлом году сюда зашел крупный московский инвестор, и началась новая жизнь. И вернулись и бывшие работники. Ирина Селезнева до банкротства предприятия отработала здесь 5 лет. Ездит в Заокский район из Алексина. Устраивает и условия труда, и заработок. 27 зарплат у нас, в принципе, это хорошо. Я живу сама в Алексине, у нас такой зарплаты нету. Вот. И получается то, что нам сказали, сейчас столовые откроют, еще откроют 2 блока, которого тоже будет яйцо собирать. Ну, в общем-то, перспективы у фабрики есть, и это радует. Птицефабрику посетил Алексей Дюмин, осмотрел цеха предприятия, пообщался с коллективом, пообещал поддержку региональных властей. Сейчас в области собственного куриного яйца производится недостаточно. Эту потребность может восполнить Заокская птицефабрика. Отрадно, что предприятие начинает новый запуск, начинается процесс оздоровления предприятия. Сейчас разговариваю с Сергеем Николаевичем, с вторым Сергеем Николаевичем. Люди намерены вкладывать деньги, развивать производство. Правительство Тульской области, мы гарантируем всяческую поддержку, которую мы можем предоставить для вашего предприятия, чтобы оно развивалось. А чтобы спорилось у сотрудников фабрики не только работа, но и досуг, глава региона пообещал до зимы обустроить в поселке спортплощадку. Решат и текущие проблемы населенного пункта – ремонт кровли в местной школе. Давайте начнем поэтапно, с крыши начнем. Сейчас в ближайшее время изыщем средства для того, чтобы с крыши решить вопрос, чтобы хотя бы протечки не было там в осенне-зимний период. Что касается планов по развитию птицефермы, то уже в 2018-м здесь намерены производить 320 миллионов штук яиц в год. Есть задумки по строительству цеха глубокой переработки яйца, чтобы получать в том числе яичный порошок. Появится и свой цех по производству комбикормов. Желание и средства воплощать задуманное у инвестора есть. Только в этом году на реконструкцию и расширение Заокской птицефермы будет потрачено почти 170 миллионов рублей. Надежда Милюхина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.